Всем привет, всем тем, кто еще не получил права, ну кто в процессе, кто получает свои первые права, либо тот, кто уже не первые получает. Видеообращение такое. Ну скажите, ведь правда же классно ездить не в общественном транспорте с кучей бабок, с тележками, с кравчучками так называемыми, которые в 5 часов утра едут неизвестно куда. Намного комфортнее сел в машину и потихонечку доехал туда, куда тебе надо. Такой маленький уголок счастья, где есть все, что тебе нужно. Куча всякого хлама ненужного, но которое, может быть, когда-нибудь тебе пригодится в дороге. В общем, тем людям, которые еще не получили права, но собираются это сделать, делайте это быстрее. Вам это понравится. Это нужно было сделать мне еще давным-давно, а сделал я это всего лишь навсего год назад. Ровно год назад сдал на права. Вот как-то так. Прям сказать, что я там и в туалет езжу на машине, ну, нет, конечно. А вот логика всегда преобладает над тем, сколько левых поворотов вам придется сделать. И еще один положительный нюанс в этом, это то, что когда идет дождь, вот, например, как сейчас, а ты сидишь совершенно сухой, и тебе не хочется выходить на работу из машины. Ну, может быть, сейчас вот как раз стихнет и будет уже получше, поинтересней. В общем, машина — это классно. Вы только представьте, сколько всего нужного и ненужного вы сможете купить для автомобиля. Там накладку на руль, либо же там поставить дополнительный прикуриватель, куда-то там воткнуть светодиодную лампочку, купленную на AliExpress. Где-то поставить дополнительную подсветку в багажнике. Ой. Где-то что-то поменять, какой-то замок, купленный на том же AliExpress. Приклеить там мухобойку, блин. Ну, все что угодно. Все будет зависеть только от вас. Ведь это будет уже ваш автомобиль, и вы можете сделать с ним все, что захотите. Вот. Но это бесспорно, конечно, можно. Иногда даже быстрее. Иногда. Все зависит от количества пробок. Добраться из пункта А в пункт Б на автомобиле. Да, тут есть разные нюансы. Где же паркануться? Где же поставить автомобиль на ночь? Но все это фигня. Абсолютная ненужная фигня. По сравнению с тем, что у вас будут права. По сравнению с тем, что вы сможете взять в любом городе каршеринг, имея права. Нюанс. Когда у тебя есть права на вождение, ну, это как минимум очень даже интересно. Вы сразу же становитесь автоматически самым законопослушным пешеходом с правами. Объясню. Это когда вы будете переходить дорогу в следующий раз, уже получив права, вы будете переходить именно на зеленый свет, не перебегая. Скорее всего, вы будете смотреть по сторонам, а не так, как вы делали раньше. Смотрели в телефон и шли на очередные там экзамен по вождению или еще куда-то. В общем, жизнь ваша кардинально изменится. Вот. И если это первые права в вашей семье, ну, готовьтесь к тому, что вам придется таксовать. Причем совершенно бесплатно. Но, тем не менее, это очень хорошо. Права, они нужны. Они нужны именно для вас, для того, чтобы вы научили чувствовать автомобиль, габариты автомобиля, научились нормально ездить, вводить, научились понимать таксистов и каршеринг,
который, не включая поворотник, собирается повернуть. Ваша жизнь будет одна сплошная осторожность. И в быту этот навык вам очень сильно пригодится. Так что, если вы еще не получили права, а там задумываетесь, или даже не задумываетесь. Если не задумываетесь, то задумайтесь. Если задумались уже о получении прав, идите получайте. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше для вас, для того же самого ОСАГО, которое вы будете оформлять, где учитывается стаж вашего вождения. В общем, для много чего. Машина – это хорошо. Сел, поехал на природу, сел, поехал в магазин, сел, поехал на работу. И ты уже не зависишь от общественного транспорта. Ну, немножко, скажем так, не зависишь. Когда тебе нужно будет быстрее добраться из пункта А в пункт Б, ты уже начинаешь задумываться, на чем быстрее, на машине или на транспорте, на общественном. И у тебя есть право выбора, ты можешь выбрать, в каком направлении двигаться. Ну, зачастую будешь выбирать, конечно же, автомобиль, потому что разные мелкие поездки, они предпочтительнее будут уходить к автомобилю. В общем, не задумывайтесь, идите учитесь, идите получайте права. Даже если вы не собираетесь, не планируете в ближайшее время покупать автомобиль, эти права полежат у вас на полке. Через определенное время вы сможете воспользоваться услугой каршеринг и начать ездить. Все гениальное просто. И дополнительные такие возможности, я думаю, каждому в жизни пригодятся. В общем, так, влог ни о чем. И о самом главном. Права нужно было получать намного раньше. Мне, в крайнем случае. Ну и чего я вам желаю и советую. Настоятельно рекомендую, скажем так. Вперед, дерзайте, грызите гранит науки. Ну а пока, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья.